поудобнее я присяду. Вы знаете, когда говорят Китай, да, подразумевается там что-то такое ужасное, плохое по качеству зачастую. Но есть некоторые бренды, их достаточно много разных, которые очень, очень хорошие. В нашем случае мы распаковываем Нилкин. Ребят, ну потрясающе. Просто потрясающе. Они положили защитную пленку Нилкин на телефон. Она, видимо, идет по умолчанию в подарок. Защитная пленка. Значит, упаковочка розничная, очень симпатичная, очень хорошая. А внутри находится вот такой вот бампер. А бампер по тактильным ощущениям, ну, какой-то такой, знаете, матовый пластик. Давайте возьмем телефон, к которому он подходит. Руки-крюки. Lenovo Vibe Short. Да? И... наденем его. Что мы получим? Все кнопочки очень удобно достаются. Здесь, смотрите. То есть, если он будет падать, ну, в первую очередь, он будет падать на ребра. То есть, в этом отношении очень хорошо. Относительно... ну, вы знаете, вот есть Lenovo Vibe Short красного цвета, который стоит дороже, чем серый, либо белый, ну, там где-то на там, 1000 с чем-то рублей. Вот если взять белый, который вроде не столь интересен, не столь симпатичен, и надеть его вот в такой чехол, ну, ребят, вы можете понять, какого цвета телефон здесь, да, только вот здесь немножко беленького торчит. А так это, ну, вот абсолютно не видно в этом отношении. Слышите, да, звук? Вот я вот не совсем могу понять, что за материал. Он такой... давайте попробуем. Видите, он немножко ребристый. Немножко ребристый пластик. Материал очень хороший. Стоит, да, Нилкин, ребят, стоит всегда достаточно дорого. Ну, в нашем случае к нему идет еще защитная пленка хорошего качества. Нилкин, ну, вот, я даже не знаю, то ли... разместить это видео в раздел Нилкин, да, потому что есть на Asus Нилкин, у меня идут очень-очень, они мне нравятся. Вот, то ли это разместить и там, не знаю, как размещать. Мое резюме, цвета есть разные, насколько помню, красный, белый, черный, может быть, там какой-то еще. Выглядит после этого телефон вот так. Качество очень хорошее, к покупке рекомендую. А за сим, я думаю, это видео закончено. Если понравилось, палец кверху. Что-то не понравилось, напишите комментарий, я постараюсь это дело исправить, будет симпатичней. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте, если есть желание, размещайте свои обзоры. Да, не обзоры, а отзывы. То есть, вы что-то получили, вам понравилось, ребят, сфотографировали, написали, приложили ссылочку, предложили новость. Я это посмотрел. Интересно, добавил. В дальнейшем какие-то подарки еще будут за это. Подписчиков уже 544, ждем 1000, будет какой-то розыгрыш. Все розыгрыши, скорее всего, опять же, будут в группе ВКонтакте, поэтому, ну, вступайте обязательно. Ну и до скорых встреч. Всем всего. В точности удачных покупок, быстрой доставки. Это все, что связано с покупками. Ну и в жизни того, что хотите сами. До скорых встреч!